И всем снова здравствуйте. Мы находимся в сердце микрорайона Тунгуть, где расположился уютный и комфортный Глобус. С 8 утра до 12 ночи он работает. Огромный выбор продуктов. Ну и сегодня мы, как всегда, будем закупаться именно здесь. Что будем закупать, давайте узнаем внутри. Ну что, позвольте мне озвучить весь набор продуктов, который нам сегодня необходим. Кстати, в гостях у нас сегодня девушка, которая будет готовить два разных блюда. Это будут грибы и мясо бонфиле. Ну, в общем, что-то она нам приготовит, я думаю, что это будет вкусненько. Итак, что нам нужно закупить? Вешенки 900 грамм, мясо бонфиле, репчатый лук, молотый кориандр, красный молотый перец, соевый соус, уксус, чеснок, кинза, зеленый лук, рис краснодарский, растительное масло, имбирь, соевый соус, кунжутное масло и черный молотый перец. Мне кажется, что это что-то из паназиатской кухни. Но это мое личное предположение по набору продуктов. Все, поехали закупаться. Впереди у нас овощные прилавки, как всегда. Знаете, что еще хотел, кстати, отметить? Что сегодня мы оказались в супермаркете «Глобус» и побывали мы в разных магазинах разного формата. И гипермаркеты, и супермаркеты, и магазины экспресс-формата. Но самое главное, что цены в сети «Глобус» везде одинаковые. Вот, например, сейчас можно как эксперимент проверить в других магазинах именно вот эту стоимость. 34 сома по скидке. Но я думаю, что вполне они соответствуют всему, что говорят. Так что, друзья, вы знаете, где все всегда одинаково и качественно. Кинза. Давай сделаем вот так, да? Пусть две будут. Так, рис краснодарский, погнали! $926. Номер 8. Краснодарский рис. Есть. Так, нам еще по списку нужно купить растительное масло. И мы тут посмотрели. Естественно, для держателей карт есть особые условия. Так вот и мы нашли их. Растительное масло, золотая семечка. Угу. Для держателей карт со скидкой. Молотый кориандр, красный перец, соевый соус, уксус. Кунжутное масло у нас есть в студии, черный молотый перец и сахар. Сахар там же у нас был, я мимо него пробежал. Ай-яй-яй-яй-яй. Я ошибся, говоря вначале, что это что-то паназиатское. Скорее всего, это что-то корейское. Ага, точно. Слишком много кинзы. Но, как говорят корейцы, слишком много кинзы не бывает. Уксус. Любой магазин глобусов отличается классной, качественной продукцией мясной. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужно бонфиле. Есть у вас? Да. Да? Нам нужно 800-900 грамм. 800-900 грамм? Да. Пожалуйста. Спасибо. Все, благодарю. Благодарю. Так, ну что? Друзья, отправляемся за сахаром и напрямую едем куда? На кассу. Будем использовать наше приложение, которое теперь у нас, между прочим, хранит все бонусы прямо у вас в кармане. Неважно, в каком месте. Ну и самый полезный агрегат современности – это что? Это наши мобильные телефоны. Поехали. Так, для всех родителей заметка. В Глобусе проходит акция на Агушу. Да, я возьму. Я возьму много разных.
Да, пускай будет с запасом. Есть. Поехали на кассу. Это вам. Это вам. Это тоже вам. И это вам. Сегодня у нас, кстати, очень такой интересный живой закуп. Я думаю, что нашему повару будет не так сложно придумать что-то из того, что мы сегодня закупили. Наша гостья действительно подошла творчески. Много разных продуктов, разные вкусы. Но все-таки повару придется что-то придумать. И я постараюсь, чтобы он придумал что-то не корейское. Так, у нас есть мобильное приложение. Здесь у нас все скидки. У вас 116 есть на балансе. Ага. Можете использовать все. 116. Нет, пока оставляйте, пускай все будет здесь, да. Лично, благодарю вас. Так вот, смотрите, весь наш закуп сегодня вышел 617 сом всего. Но мясо мы отдельно оплатили. Спасибо вам за покупку. Скажите нам еще. Спасибо большое. До свидания. Ну что, мы наконец-таки оказались в нашей студии. Здесь у меня уже два гостя, два человека, которые сегодня будут бороться за нашу золотую медаль. Так вот, позвольте мне представить наших гостей. У нас сегодня в гостях профессиональный повар, 7 лет на кухне, представляет он ресторан Фрунзе, Улугбек Мамырбеков. Здравствуйте, Улугбек. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. И у нас в гостях, просто здесь сейчас загинайте пальцы, визажист-стилист, блогер, основатель школы визажистов в Кыргызстане, салон красоты Рай Бьюти, психолог, мама, жена и еще целая куча всего, Юлия Рай. Здравствуйте, Юлия. Приятно. Здравствуйте. Так, ну что, дорогие мои, я готов вам открыть набор продуктов. Юля тоже все знает. К вам придется справляться. Пожалуйста. По месту. Поехали. Давайте будем рассказывать, что у нас есть. У нас есть вешенки, у нас есть мясо, у нас есть лук, у нас есть имбирь, у нас есть чеснок. Это паста соевая, но мы ее не закупали, это Юля принесла сама. Да? Соевая, да. С перцем, да? Да. Да, все. Здесь у нас есть набор специй, здесь у нас есть обязательно рис, соевый соус, кунжутное масло, кинза, да, все да, верно? Да. Лук. Зеленый лук. Зеленый лук. Растительное масло, ну и в принципе там набор специй. Все, да, Юль? Угу. Все мы с вами озвучили, да. Точно? Да. Просто у меня такое ощущение, как будто я что-то забыл. Нет, все. Все, Улугбек, оставляю вас наедине с вашей паникой. Паникой? Да, давайте, думайте, у вас есть буквально 3 минутки, озвучивайте, что можно. Вы будете готовить. Все, думайте. Юля, расскажите для начала. Юля, прежде чем рассказывать, сразу да, хочу за нож. Рассказывайте, что вы будете нам готовить? Я сегодня буду готовить... Я извиняюсь, а приступить можно? Можно, конечно, все, безусловно. Все. Он специально, он давит. Это психологический прием, он даже не дает сказать вам. Так что вы давайте, соберитесь тоже. Давайте. Я буду готовить мясо по-корейски и хе из вешенок. Самое главное в хе что? Ну, заправка, естественно. Уксус? Да, конечно. Все. Так, а как будет называться корейское мясо? Оно так и будет называться. Корейское мясо. А там типа какие-нибудь пулькоги и всякого вот этого пульмомов. Да, некоторые называют это блюдо пулькоги, то есть это замаринованное мясо в специях, соевой перечной пасте, луке, чесноке. И оно потом обжаривается. Подается с рисом. Отлично. Я предлагаю, прежде чем мы начнем готовить мясо, поставить вариться рис. Я согласен, Юля. Улугбек, да. Что вы будете делать с рисом? Давайте просто решим с рисом. Вы доверяете Юле, чтобы она его сварила? Пожалуйста. Или вы хотите вообще без проблем. Или хотите что-то с ним, что-то другое сделать? Не-не, пусть варит, без проблем. Пусть варит, да? Да. Все, отлично. Юля, тогда мы с вами варим рис. Хорошо. Договорились? Так, а Улугбек мне расскажет, что он будет готовить. Что вы будете готовить? Телятина по-строгановски. Телятина по-строгановски. А как вы туда телятина по-строгановски, соевый соус, кунжутное масло и все остальное? Придумай. Да. Ну а пока я хочу напомнить, что каждый из вас может принять участие в нашей телепередаче. Каким образом? Все предельно просто и ясно. У нас внизу находятся все контактные данные. Пишите, звоните. Давайте будем готовить что-то необычное, что-то интересное. То, что принято готовить у вас. Мы с удовольствием вам в этом поможем. Мы еще и повар вам дадим. Юля, вы у нас человек разносторонний. Ну, абсолютно возможно. Разные, да. Давайте в первую очередь поговорим про ваш
нынешний опыт. Вы у нас визажист-стилист. Да, все правильно. Что это такое? Ну, для меня, для неуча, человек, который знает, что визажист – это человек, который наводит красоту, а стилист – визажист? А, стилист по прическам. Ага, вы еще и волосами занимаетесь? Да. И ага. Человек, который делает женщин немного счастливее и красивее. Увереннее в себе и красивее. И красивее. Мне кажется, не немного. Сейчас в Инстаграме очень распространенно стал вот этот вот челлендж. Я познакомился с ней вот с такой, а на самом деле она вот такая. Мне кажется, вы делаете невозможные вещи и очень красивые. Спасибо, да. Хорошо. А как вы к этому пришли и что вас к этому привело? Ну, на самом деле, это моя послеродовая депрессия вылилась вот в такой вот опыт жизненный, ага. Чему я очень рада. Ага. Я работала до этого в 2013 году, ушла в декрет, ага. Работала в южнокорейской авиакомпании. И когда у меня родилась дочь, я поняла, что я уже не смогу выходить на работу 6 дней в неделю, 8 часов каждый день, и поэтому мне нужна работа, которая будет приносить хороший доход, будет гибкий график, и работа будет мне в кайф. Ну, примерно 13 часов в день, 7 дней в неделю, да? Гибкий график. Да, но первое время я, правда, работала очень много, по 13 часов в день. Вы сейчас уже сколько лет этим занимаетесь? 4 года, получается. 4 года. И вот как у вас, какой был год, прям прорыв? Спустя сколько времени? Ну, хочу сказать, что неожиданно для меня. Ага. У меня сразу была полная запись. Я через две недели проработала дома у себя на кухне, принимала клиентов. И через две недели муж мне прозрачно намекнул, что мне пора с плойками, с кистями, со всей косметикой куда-то съезжать. Uh-huh. И я сняла место в аренду, uh-huh. проработала там полтора года, uh-huh. там открыла небольшую студию. И вот в декабре прошлого года уже открыла салон, такой достаточно большой, со всем спектром услуг. Расскажите нам о технологическом процессе дальше, и мы пойдем разговаривать с Олухом. Мы сейчас замаринуем мясо, в первую очередь чеснок, лук, имбирь, угу. мелко все нарежем, добавим туда соевый соус, кунжутное масло, перечную соевую пасту и все остальные специи. Угу. Желательно, чтобы это мясо постояло пару часов, но так как у нас нет времени, мы сейчас его сразу будем жарить. Его нужно, чтобы оно помариновалось прям пару часов, да? Да? Все, я вас оставляю, вы маринуете. Хорошо. Что после этого? Мы приступаем к вешенкам уже? Да, вешенки мы потом закинем в кипящую воду. Можно уже закинуть? Да, давайте, Тимур, вы мне поможете? Ну, немножко. Вешенки. У вас сливки есть? Сливок нет. Нету, да, вообще? Олукбек, нет у нас сливок. Так, вешенки мы опускаем в воду. Да. Сколько? Ну, давайте все. Олукбек! Как дела? Да, говорите, нормально все, просто подумал, что сливки есть, и по-строгановски как-то начал вспомогательно. Сливок нету. После какой по-строгановски, если сливок нету? Тогда давайте не по-строгановски. Да, что-нибудь другое, да, сейчас? Так, что вы другое? С использованием тех соусов, которые у вас есть. Мне кажется, можно сделать мясо с этими соусами. Как вам вариант? У вас соус там есть, сахар вы можете использовать. Соус какой-нибудь карамельненький можно сделать к этому мясу. Не будет невкусное. Не будет вкусное, да? Не будет вкусное. Давайте. Просто нарезка уже другая, но ничего, мы перебазируемся, сделаем казан-кебаб с мясом, да, что-нибудь такое? Казан-кебаб с мясом. Да, что-нибудь такое. Отлично. Потому что импровизация, вы понимаете, да, вспомогательных этот. Ну так, так, да. Какой, да, если это. Так и есть. Так, хорошо, Олукбек, давайте мы поговорим теперь о вас. Вы у нас повар с 7-летним стажем. Да? Да. Как вы пришли на кухню? Как пришел на кухню? Это получилось. Как бы само по себе, брат пришел на кухню, я работал я в разных местах, работал на стройке, работал в такси, ага. работал в бане. Кем? Парильщиком. Угу. Но вот эта работа с мужиками вас достала? Нет, не достала. Почему не достала? Я думал, Лукбек скажет, нет, не с мужиками. Не достала, везде свои прелести есть. На ага. стройке тоже интересно. Ну вообще, в бане тоже интересно. Угу. Ну вообще, такси тоже интересно. Угу. Но на кухне интереснее всего? Ну на кухне, да, нашел себя, вот честно говоря. В чем это выражается? Нашел себя. Вот есть люди, вроде бы работают, ну не горят желанием на своей работе работать. Ага. Но мне
я думаю, удачно. Я зашел, хотя я тоже не думал, что я когда-то буду поваром или там еще что-то. Я раньше и картошку по-домашнему не умел жарить, ну, образно, ага, да, или ага, рис варить. Ага. Месяц-полтора поработал, ага, понравился, оставили, начал дальше двигаться. И со временем я понял, что мне это нравится. Нравится. А вот сейчас, если вас на стройку заберут или в такси? Не, я уже не пойду. Вы работаете. Какие у вас планы на будущее? На будущее? Хочу съездить в Россию. Ага. К Владимиру Мухину. Ага. И хоть чуть-чуть там постажироваться. Ага. Ну, хоть чуть-чуть, это в моем понимании, но там от полгода и выше. Как бы есть чему поучиться у него. Ага. И тем более 15 место в мире он занял. В смысле, в какой категории? Или по каким критериям? Ну, есть такая категория — лучший ресторан года. Ага. White Rabbit занял 15 место. Ага. Был 18-м. Отлично. Вырос на 3 позиции. Конечно, для России, мне кажется, это... Это очень круто. Это очень круто. Часть беседы мы с нашими гостями провели. Здесь у Юли у нас уже... Сварились грибы. Вешенки сварились. Все отлично. Вы потом с ними еще что-то делать будете? Да, мы сейчас их поджарим чуть-чуть. Воу, отлично. У нас все жарится, парится, будет вкусно. Много чеснока. Будем с вами излучать сегодня приятные ароматы. Оставайтесь с нами. Ничего, что все будет остывшее. Это как-то повлияет на мое решение? Нет, никак. Все нормально. Юля уверена в результате. Хорошо. Вы все видели. Все просто, все легко. На самом деле, я думал, что корейская кухня намного сложнее. Оказывается, все легко. Все просто. Ну, действительно. Вы еще ко всему в придачу, вы у нас психолог. Психолог. Вы уже с образованием или только обучаетесь? Я сейчас, получается, 3-й год учусь на гештальт-терапевта. Это направление в психологии. Вот. Почему я туда пошла? Потому что психология была мне интересна еще со времен там школы. Я читала разные книги. И когда у меня родилась дочь, мне вот просто интересно было, как человеку стать максимально счастливым. И как у вас результаты? Отлично. Дочь счастлива? Да. Счастлива? Вы счастливы? Я счастлива. Отлично. Мне, знаете, это еще кажется ко всему в придачу. Визажист, стилист, гештальт-терапевт. Ты по дороге можешь еще и консультацию провести. Было такое. Тут же сразу раз поплакали. Да. Ладно, ладно, ничего страшного, мы это все сделаем. У меня правда был такой случай, ко мне пришла клиентка, но я просто понимаю, что у нее такая острая проблема, о которой она прям не может не говорить. Ага. И, в общем, я уже сделала ей макияж, и в конце она начала плакать. Вот, это было очень трогательно, правда, и я ее перевела на другую тему разговор, сказала: так, давайте у нас или консультация, или макияж, потому что она вот прям расплакалась. Вы ведете блог, угу. Да, сколько у вас подписчиков? Около 100 тысяч, я прям жду эту круглую цифру. Для нас, для смертных, это колоссальные вообще... цифры. На самом деле, когда я только начинала вести блог, у меня было около 1000 подписчиков, и для меня это было так много, вот просто невероятно. Я думала: о, господи, у меня 1000 подписчиков, это же так круто. Юля, вот у меня вопрос. В тенденции современности вы чувствуете ответственность за то, что вы говорите, вещаете и передаете людям на своей страничке? Очень правильный вопрос, потому что я вообще очень такой ответственный человек, ко всему подхожу очень детально.
И это правда, я несу большую ответственность, потому что люди смотрят, читают, следуют моим советам. Ага. Ну, это правда, то, что, допустим, я выкладываю какой-то косметический продукт, и все, его нет на рынке в Кыргызстане, его не найти. Ну, это правда, да. Либо у меня был случай интересный, я выложила недавно салат из золотых нитей, это такой грибочек. Ага. Ну, и, соответственно, у нас в Кыргызстане, в Бишкеке никто не знал, как их готовить. Ага. Я их взяла, мне так понравился рецепт, и его выложила в ленту. Вот, их начали скупать, и дошло до того, что со мной связались самые крупные поставщики грибов в Кыргызстане, которые вот в гипермаркеты поставляют, там, Глобус и так далее, да. И сказали, что у них просто брондаши бомбят, и давайте придумаем что-нибудь с шампиньонами. Серьезно? Юля, у меня тогда к вам классное предложение. Как вам разместить классного свадебного ведущего? Давайте. Это тоже прям вот, чтобы... Тимур. Чтобы рынок просто забрал, и тем более впереди сезон. Это все нужно делать заранее. Давайте. Ладно, все. Шутки шутками. Давайте. На какой вы стадии? Вы сейчас уже будете... Я уже на финишной прямой. Все, выкладывать, сервировать. Все, тогда оставляю вас наедине с вашей сервировкой. Потом будем мы немножко позже пробовать. Улукбек у нас здесь делает какие-то необычные вещи. У него есть горелка кондитерская, но мы обжигаем наши вешенки. Вешенки. Да? Все правильно. Для красоты. Вешенки. Для окантовки. Так, для окантовки. Да. Кстати, если вы заметили, у нас здесь появился агрегат сифон. Да, сифон. Сифон называется. Оттуда у нас сейчас будет выходить пенка из вешенок. Он все это сделал, заранее подготовил всю массу, отправил ее в блендер, да. И из блендера мы поместили все сюда. Теперь под давлением газа это все будет выдавливаться и получаться такая воздушная масса, кстати, которая добавит особый интересный вкус. Не все повара могут рассказать какие-то интересные случаи из жизни на кухне. Что у вас было такого интересного? Скажите. Самый классный, самый клевый, то, что вот вы запомнили на всю жизнь. И будете рассказывать это детям и внукам. Это, конечно, про шефа. Смотрели передачу «Адская кухня» с Гордоном Рамзи? Да. Смотрели? Да. Да, вот. Я тоже смотрел по детству. Эмин Эмильевич представил себя Гордоном Рамзи? Это было на сто хуже. Раз... Да. Хуже? Сто раз это было хуже. Это просто все летало. Все боялись. Ага. Все искали пятый угол. Ага. Как еще выразить, я не знаю. Но... Мы отдавали блюда, но он требовал от нас качества. Вообще большой молодец. Но были случаи, что и в пюре в нас летало. Это... Пюре в вас летало? Да, это... В смысле, это ты что здесь должен был приготовить пюре? Ты что приготовил? Это было не подогретое пюре. Ага. Не до конца подогретое пюре, и она полетела назад. Ну, это шеф на раздаче, это надо думать, что несешь. Суровая, справедливая кухня. Вот такая вот жизнь поваров, друзья. Поэтому давайте будем относиться к нашим поварам более трепетно и не требовать от них вашу картошку фри, которую, может быть, забраковал только что шеф. Ну, может быть. Ну что, мы с вами находимся на финальной стадии. Держите, этот инструмент ваш, этот инструмент ваш. Господа и дамы, я попрошу вас быть максимально честными, попробовать, что приготовили ваш конкурент, и сказать мне вот прям по-честному, не хватает соли, фу, да, тоже можно, да? Без проблем. Договорились? И я прям сейчас тоже все попробую по-честному и тоже все скажу по-честному. Все, поехали, давайте будем меняться местами и пробовать. Ой, простите. Здесь. Это специально было, он просто козловский. Я такой широкий, да? Он козловский. А этот рассказывать надо про блюдо или? Да, кушай. Да? Уже кушай там. Уже кушай, да? Ну это прям корейский рис получился. Это тот самый суп. Тот самый суп. Суп моей мечты, да. Тот самый суп? Я бы прям взяла вот так вот все и съела здесь сверху. Ну да. Я бы вот это все убрала, да, и сделала бы суп. Очень вкусно. Да. Взаимно. Потому что если рассуждать повара и домашней кухни, вы молодец. Почему? Потому что так же жена у меня что готовит. Не молодец? Нет. С тех продуктов, которые есть, как бы и туда-сюда, она готовит и
Я всегда никогда ничего не возражаю, молча. Ну это же жена, дружище. Это жена, да, но... Попробуй жене возразить. Вообще, домашняя кухня больше приветствуется, ну, по мне так. Окей, все, давайте. Теперь комментарии. Вкусно, остринько, нотки остринки где-то по обезной, да? Угу. Где-то прилетают. Угу. Что, Юля, скажете вы? Мне очень понравилось блюдо, и да, вот это суп моей мечты, я прям вам бы золотую медаль бы и отдала. Ой, ну прям какие все. Ладно, все, теперь буду говорить я. Здесь классно, супер, вот это вот пюрешка из вешенок, ну это, да, действительно классно. Из помы из вешенок. Да, по-моему, по мясу не хватает полноты ощущений. Сейчас попробуешь, то есть нет вот этого вот спектра, да, вкусов. На казан кебаб слабо похоже почему-то, хотя был заявлен казан кебаб. Все. Здесь мне все понравилось, все классно. Да, чуть-чуть суховато, но это опять же по причине того, что я задавал ей вопрос, да. Не будет ли там поздно при подаче? Нет, все нормально. Ну все, нормально. Вешенки, хей из вешенок, по-моему, это классно. Очень все, классно. Лук. Не, я вообще... Не расстраивайся. Даже... Поздравляем. Золотая спасибо. Медаль отправляется Юле. Все, друзья, у нас сегодня получилась действительно по-настоящему вкусная передача. Все не просто так, все легко. Тем более для меня сегодня были открыты глаза на корейскую кухню. Если вы не знали, что это легко, вот, это легко, это просто и это вкусно. Все, благодарю вас спасибо, за ваше активное участие. Что вы молодцы, было круто. Спасибо. Меня зовут Тимур Джумабаев, в эфире была передача «Вкус жизни». Друзья, до скорых встреч. Мы обязательно с вами все увидимся в камеру. Давайте все помашем и скажем всем пока. До скорых встреч. Пока. Когда меня пригласили на передачу, у меня было много вариантов, но я решила остановиться на традиционной корейской кухне и на тех блюдах, которые наши девушки и женщины смогут просто и быстро приготовить в домашних условиях. Я впервые в жизни приняла участие в кулинарной передаче «Вкус жизни». Спасибо большое за приглашение. Мне безумно приятно, конечно, что я победила и выиграла вашу золотую медаль.